Всем привет, вы слушаете Лёшу Халецкого, и впереди вас ждет FIFA сериал «За Англию» в Sid Meier's Civilization 6. Партия на 8 человек, так что будут интриги и прочее, как всегда в FIFA сериалах. Ну, напоминаю, что не стоит писать бессодержательные спойлеры и оскорблять участников партии. Комментируйте вежливо и высказывайте свое мнение, как надо было сыграть в том или ином случае. Ну и приятного просмотра. Одно из первых моих FIFA было за Англию, поэтому я решил еще раз за нее сыграть, когда уже более-менее разобрались. Это еще такая штука, типа нет пенальти в оккупированных городах. Тут интересные особенности у Англии. Во-первых, на другом континенте я буду получать бесплатный юнит, но не факт, конечно, у меня полностью на другом континенте. Можешь обжать город, да, и как бы находиться в войне. Во-вторых, артефакты. Город будет работать как будто твой. Это интересно, это вот во второй половине игры у вас будет много культуры и туризма, в принципе. Красный мундир тоже неплохой юнит, но проблема в том, что он, опять же, только на другом континенте работает. Ну, кто точно знает? И уникальный район. Подскажите. Вполне. Так, что у нас тут с места? No penalties to ills, то есть... А, то есть, видимо, оккупированные города продолжают давать, как будто они не оккупированы. Что дают еду и что еще? И молотки. Ну, то есть, получается, как город можно забрать. Да, но науку и культуру не дают, и деньги тоже, да? Вот это вот вопрос. Я вот поэтому и спрашивал. Надо будет проверить. Знаете, нормальное место. Почему и нет? Почему не поставить? Сразу три еды есть. Или сюда все-таки поставить, чтобы невозможно было захватить город. Если я сюда поставлю, то у меня и лошади останутся, в принципе. Ну, скот не будет сразу, но у меня сразу есть вот... Да, вы знаете, я сюда отойду. Тут холм тоже будет. Да, холм. Мне почему-то тут предлагают. А, и тут плюс еще гора для будущего. О, да, тут вот кампус, например, можно будет организовать. Нормально. Правильно, что я отошел. Здесь буду ставить город. Так, надо отключить анимацию лидеров, а то это постоянно анимация лидеров отключена. Так, и какие у нас тут особенности? Красный мундир, морской пес. Ну что там? Такое долгое размышление нет. У вас же еще следующий ход 3 минуты, считай. Что вы там думаете? Не, ну мы до 50-го хода ходим уже по полтаймера. Да-да. Если не воюем. Окей, полторы минуты. Это не как в пятой циве, где там 20-30 секунд. Так, сразу с разведчиков начинаем. И что нам нужно? Наверное, животноводство откроем. Да, к сожалению, ускорение... А что у нас со счастьем? Какие нам тут табак, орошение требуется? И все, собственно, у меня только табак ресурс на роскошь. Остальные бонусные ресурсы. Что, конечно, не очень... Так, я хочу посмотреть. Блин, где эти цивилизации? Кимикадзе, друг, ты куда пошел? В смысле? Так, морской пес. Ты где-то ходишь, вроде бы, не? Он замещает капер и открывается в социальном институте. Остановись. Пока не поздно, да? Остановить этого парня. Да, с Джекой чувствую рядом.
Опять упрется на меня. А, красный мундир. Военная наука. Да нет, я... Плюс 10. Думаю, боевой мощи при сражении на континенте, где нет вашей столицы. Но я еще... Не умеешь играть мирно. Я еще другой континент даже не нашел. Вообще иногда бывает, что у Англии рядом есть второй континент. Так. О, избушка на курьих ножках. Так, давайте мы, наверное, еще одного разведчика. И сколько стоит купить? Вообще один ход до роста. Давайте не будем пока тратить деньги. Да, пускай эта клетка обрабатывается. Потом следующим ходом я переключусь. А купить можно лошадей лучше. А, блин. Вот зачем мне надо было отходить от моря. То есть мне надо бы теперь в акведук выйти. У меня нехватка воды. Так, мастерство ускорилось. Так, давайте-ка мы тогда строителя лучше. Потому что тут не выглядит так, что надо много скаутов, а вот то, что мне надо... Так, надо амбар открыть. Мне нужно жилье. То есть это амбар, это загоны. Как раз вот раз, два, три... Камень. Вот тут интересное место для города. Надо подумать. Сандро. Да. Здравствуй. Привет. О, две избушки аж. Только не говори, что это война. Сначала эту возьмем. И тут интересное место для города. Мне бы не хотелось. Но если ты поставишь город вот сюда... Я тебя вышел. Ты как далеко от места нашей встречи? 4 хода. Мне надо быстрее. Так, а если мы купим? У меня до столицы тут клеток 5-6. Блин, ну как? Не скликнул по клетке. Потому что какие-то тормоза начались у меня. Купил вот эту абсолютно ненужную клетку. Нормальный человек. Вместо того, чтобы купить лошадей, и чтобы там было и производство, и все на свете. Я думаю, можно попробовать как-то это все мирно сделать. Ну, ты даже не знаешь, где я нахожусь. Тебя уже хотел попробовать. Ты где находишься? Интересно. Я нахожусь правее. А ты находишься левее, я так понял. Да. Попробую оверлей включить в Дискорде. Shift G. Нет, нету его. Ну давай, я не буду торопиться как бы там за расселением. Сейчас разведку сделаем и посмотрим. Как говорится, всегда можно. Мне бы хотелось от этой игры догадаться. At his best, man is the noblest of all animals. Separated from law and justice, he is the worst. Ладно. Так, во-первых, производство. Во-вторых, опыт юнитов разведки. Пока так. Мореходство. Во, блин, где варвары появились. Вот
это очень не в тему. Мне этот лагерь надо в первую очередь расфигачить. Что мне переход вот завис? Ходят люди. Нажми еще раз, может, ты случайно нажал. Я показываю, что я жду Джоэла. Ну вот я только прогрузился. Ну, у нас варвары в игре, поэтому... Ну, вообще, вот это место, конечно, лучше. Я забыл об отсутствии... Джек, ты тут будешь селиться? В отсутствии пресной воды, ну, необходимой. Давайте думать. Раз, два, три. Тут вот на реке можно город поставить. Раз, два, три. Вот тут, где этот... Да, наверное, нет. Ну, как бы, я не против, но, блин, если это близко, то я пока границ твоих не вижу. Да иногда слово «близко» не близко. Так, вот я твоих тоже не вижу. Вот смотри, вот там есть бананы, видишь, выше? Амбар. Да. Да, у меня проблемы с культурой сейчас будет, но амбар важнее, чтобы рос Лондон. Я, например, хотел бы там на речке город поставить. Выше бананов, да? Выше бананов не могу. Там, привет, Франция. Там нельзя селиться. Там заблочено место. Я вот хотел тут, под бананы. Наверное, надо будет, давай посмотрим, поставить город. Тогда он не будет мешать городу на реке тоже становиться. Насколько это будет близко. Будут пряности. На бананах тоже нельзя. Там заблочено место. Давайте пометим пока. Ну, пройди, посмотри. Поймешь. Сейчас я иду. Какую мы метку поставим? Треугольничек. Так, теперь тут надо думать. Тут камни. Вот рис... Не знаю, раз, два, три. А ты нашел какую-нибудь бегешку? Тут я бы вот здесь еще город поставил. Тогда для этого города непонятно, где место. Гранада? Ну, я тебе скажу, где гранада, а ты мне скажешь, где другая бегешка. Давай. Гранада находится, если идти от того места нашей встречи, наверх. Метку поставь ему. Да, лучше метку поставь. Так, лимит жилья. Теперь мне можно не стремиться особо три клетки. Я бы, наверное, дальше медь обработал, потому что там тоже есть эврика. Пока не вижу. С медью. Выше и правее валеты. А, ну вот я, собственно, валету и нашел. Куда у меня ап будет? Получается, на 2 клетки выше и на 5 клеток вправо. Каменная кладка, ускорение. Ну, все, я увидел твои границы. Ну так себе, конечно, ускорение, потому что все эти ускорения я мог сам взять. Если ты ставишь, получается, на одну клетку ниже бананов, да, то мы тогда будем жить дружно. Договорились. Меня это устраивает. Надо тут разведать, понять, куда мне тут города ставить. Как бы ни ты, ни я не будем выкупать как бы клетки. Что тут один город точно на реке надо будет поставить. Как озеро работает, да? Тут город и тут на побережье надо. То есть там тут я тогда помешаю. Мне, видимо, надо вот здесь город ставить. Не знал. Хорошо, Джек, договорились. Или это типа тут озеро, а в нем копье Фина, блин. Потому что да, тут не на берегу, а вот на континенте. И, видимо, вот тут. Пока так. Тут, кстати,
Не очень много производства этого города будет. Ну это пока 4 Сам города. Это слева, это мало. Да? Это мало. Не. Ну вот от этого дуболома что-то. А внизу. Вниз и слева, вот так вот. Ну, нормально. Все хорошо? Я мог накопить деньги поселенца купить, но эти потратил на покупку клеток. А ты на ком? На Америке? На Горго. Тоже не очень. Как-то все. Джек, я тебе предложение кинул. Quit digging. Рэдди, Рэдди, привет, привет. Привет. Красота. Галочку снял, да? Да, галочку в этот раз забыл поставить. Твой любимый старт. Так, ну, я не думаю, что он захватит, честно говоря. Я в кошерном центре посреди всех. Этот скаут не успеет прибежать к лагерю, я как раз его уничтожу. Не знаю, почему вот сделали, что скауты не хотят рабочих брать. По-моему, это не очень правильно. Ну, сделано и сделано. Кто мы такие, чтобы возмущаться? Ну, вот видите, появилось жилье. Теперь надо расти. Так. Вроде не переживай, я не буду портить ничего. Лучше тут оставим. Из этих. Камрадов. Эти поселенцы. Ну да, выглядит так, что вот тут место отличное. Вот здесь с этим местом вопросы есть, потому что ресурсов практически никаких нету рядом. Что меня, конечно, смущает. Смотрите, это просто у тебя столица тут или нет? Столица. Так, я еще новый континент так и не нашел. Плотненько. Может, у меня орошение? Что... А ты ходил, да? Или тебе так повезло? Одну клетку походил. Фартово. Фермы только на рисе могу построить, чтобы ускорить орошение. Больше у меня нету вообще никаких. О, захватил. Inspiration is a mere reed shaken in the wind. Давайте, наверное, все-таки возьмем против варваров. Слушайте, смотрите, какой полуостров. Это чисто мой полуостров получается. Сиди и развивайся. Главное, что мест для городов маловато. Вот в чем проблема. Так, надо посмотреть, что вот тут. Военная традиция.
Давайте пока военную традицию будем открывать. На море где дружим? Думаю, да. Блин, я бы, конечно, тут на море хотел больше поставить. Так, надо думать, как вместить побольше городов. Ну, надо сначала вот это вот место исследовать. Тут хорошо, что ртуть есть. Я поставлю этот вот здесь город на речке уже городок. С ресурсами все-таки. Вот возле горы. Между овцами. Слева от твоего этого. Фига себе, скаут атакует чисто Лондон. Так, для защиты. И... А, вот проход. Нет, это не проход, это, наверное, такая... интересно. Я, конечно, вот тут хотел поставить город. Как же где? Так. Еще город вот сюда влазит. У меня туда не влезет. Блин. Черт, сейчас надо как-то что-то придумывать. Надо что-то придумать. И тому человека тоже надо что-то придумать. План такой, вот здесь хотелось. То у меня по-другому там... Это четвертый радиус, кстати. Я не вижу метку. Не видишь метку? Вот. Так, может тогда вот на этом... Вот тут поставить город? У меня просто там ни реки, ни горы нет. Мне некуда ставить город сверху. Предположим, вот если я эту сюда ставлю... Три, ну... Слушай, три. Я понимаю, я а могу... ты можешь на оленях поставить вот правее? Здесь, например. А, там тоже не будет реки, да? Надо столица в трех клетках от бомбы. Два, три. Петух не буду пустить. Тогда вот сюда влазит. Ты на Мадол, надеюсь, не собираешься забирать? Как? Да, я его только сейчас нашел. Блин, ну тут еще место. К сожалению, вот сюда бы хотелось. Что делать с этим местом, блин? Мешает этот город и этот город. А ты выше не можешь поставить тоже под акведук? Блин. Выше. Непонятно, не могу сообразить, как лучше. Да вообще такое говнами. Это что такое? Три. Самое ближнее. Хорошо, вот этот город, предположим. Ну, может, на камень тогда его. К сожалению. Тогда вот сюда. Влазит. Дело с этим местом-то. Три, четыре, пять. Вот уже меня что-то. Просто рядом, ну, это даже уже некуда что-то. Поставить. Но, по-моему, даже лучше невозможно, к сожалению. Даже не на реке. Слушай, Китай, а ты где? А ты где сам, Китай? Ну я выше Манбы, получается. Я там один город на реке поставлю, но это будет от нее восьмой радиус, наверное. Вот по этой же реке она просто вверх идет. Each of us is carving a stone, erecting a cup. Ну, я вот здесь планирую поставить город. Ты как это? Это нормально, что-то нормально. Это не слишком близко будет. Сейчас я тебе покажу, где я поставлю. Я следующим ходом возьму ап. Хочу сначала посмотреть полностью. А столица твоя выше этой клетки, да? Столица нет, она левее. Блин. Понятненько. Не знаю, почему он нажимает за какие-то левые места случайно. Так, я не граблю твой караван, ты не мой, хорошо? Я свой караван на Мадол пустил, не знаю.
Мясо не знаю, у меня, конечно, беспонтовое. Ни одной реки, пустыни какая-то. Просили, скажем. Так. Это ну, надо, тундра, надо орошение. Я не сделаю, не ускорю никак. Шок, а плантации тут у меня дофига. Такой. Одного прачника построю и еще одного поселенца буду строить. Правее. Естественно, никакого континента рядом. Слушай, Рейнгер, я просто смотрю тут. Я поставлю на клетку левее, на камушек. Так подойдет. Ну, пошла есть... атака, ладно, встану в защиту. Сюда, наверное. Подойдет. А ты просто пожертвуешь камнем. Он все равно как бы, ну... Да, я хер кричу... с ним, с камнем. Или ладно, слушай, ставь там, где ты хочешь. Даже так будет лучше. Единственное, овцы не забирай. И все. Хорошо. Спасибо. Овцы, которые на пустыне или которые на этом, на равнине? Ну, желательно идти другие, но... На пустыне, не знаю, я его покупать не буду, но вырастет, это второй радиус. Как-то. Да, я понимаю. Еще надо сюда как-то пролезть, посмотреть, что тут. Но мне надо этого поселенца сюда ставить. Вот в чем проблема. Так, а что мне дает караваны? Вот, международная торговля. К сожалению, не открывается новый континент никак. А ты кого-нибудь слева от нас увидел, Китай? Нет. Слева, вот я говорю, вверх, там никого, там тундра, я так понимаю. То есть это у нас типа край карты такой? Ну да, мы здесь вдвоем, я так думаю. Справа я вот только тебя нашел снизу, а справа я там еще не был. Ну интересно, конечно, у меня место такое. Ну, развлекайтесь. Вызов в игре. Опять он меня проатаковал. Так, ну я не думаю, что там варвары появятся, поэтому пойдем сюда. В принципе, вообще интересно, интересно. Перс. Да. Но это не дело, даже ГГшкам не надо объявлять войну. Ну а мне квест как-то надо скинуть. Он мне дал, сделай город на берегу. Где тут берег? Берега тут точно есть. Ну у меня нету. Чтобы квест скинуть можно, давай нам объявлять. Конечно, это никто не запрещает. Я еще и ГГшек ни одной не нашел. То есть так у меня политическую все философию не работает бонус фиг ускоришь. Он так против цивилизации работает? Потому что тут, видите, какой проход у меня. Тут вообще, наверное, по-моему, проход в две клетки будет. На общую пангею. Посмотрю, скажу. Посмотри, поведи, да. Побегают. О, уничтожили. Так, давайте мы нет, ну, производство вот все-таки оставим. Ходит, типа ужин. Да. Этот уже явно может уничтожить моего. Ну, ты же влево не пойдешь больше. Воина. Да не должен больше некуда селиться вроде. Три тайла, и у меня уже границы стоят. Блин, ну это снимаю. Обалдеть, конечно. Места ну, такие. Ну я же на своей реке ставлю. Странные.
Нет, тут нормально, тут видите, сколько ресурсов морских, но так проблема хорошо, в том, что в ванильной версии голодные. Морские ресурсы не так круто всего дают. Не знаю. Пока все плоховато, как мне кажется. Религиозная победа. Ну, вряд ли скаут будет атаковать моего. Хотя может, кстати. Вполне может даже, наверное, и убить. Что будет очень нехорошо. Да, с другой стороны, скауты мало атакуют обычно. Ну, у меня пока что 4 только города будет. Я больше не вижу себе места. А где там Лёша и Арчи? Я их не нашел еще. Мы оба из Беларуси. Приезжай, находи. Так, ну давайте уже. Первый раз Франция попалась без тропы. Монументы. Думаю, навсегда не появляется. Ага, вот. Этот лагерь, к которому сейчас бежит скаут, и он сейчас тут... Франция — это горы и камни. Ох, позовет людей. Наверное, после этого поселенца кучу армии строить. Блин, проблемы с культурой, проблемы с варварами. В общем, куча проблем. Ну вот смотрите, вот до сих пор, почему, как вот этот глюк можно не исправить? То есть на общей карте пишет, что 6 ходов рост, а реально 3 хода до роста. Вот это реальная цифра. Не понимаю. Так, что у нас со счетом? Да, у меня меньше всех. Эти уже нормально города поставили. 5. Хотя нет. 15, 17. Нет, 3 города только вот один игрок поставил. А за счет чего тогда люди меня опережают? The man who has grit enough to bring about the afforestation or the... Так, орошение открыл. Давайте обработку бронзы. Военный лагерь не помешает. А, кстати, я могу тут этого скаута сейчас попробовать. Да ладно, неужели я на острове? Ничего себе. Культуру, как всегда, все забрали, да? Ну это вообще печаль тогда будет. Вообще какой-то этот. Это мы на Пангее играем, между прочим. Странно. Ну то, что у меня на острове будет место на 6 городов, это еще нормально тогда. Не знаю, хватать мне. Кажется, я хочу, я еще хочу попробовать не дать этому скауту добраться до лагеря, ну, сообщить инфу о Лондоне. Что-то далеко от тебя, и его не удержишь такой город. А где твой стольный нож? То есть 7-й тайл будет, это моя спальня, прям выше просто идешь там. То есть если правсились, там норм, да? Не понял. Там не будет твоих городов справа от этой метки, да? Еще раз. Там справа от этой метки твоих городов не будет? Ну вот один, который тебе показывал, все. Я собирался наоборот побережье сел. Ну тогда ладно. Хм,
Может, мне тогда не строить еще армию, по идее. Я не дам этому скауту пройти. Блин, у вас тут все в чудесах. Половина карт. Давайте монумент лучше. Нет, нету разницы и так, 4 хода. Железо просто хочу открыть, и да и копейщики неплохие будут. Вот новый континент, вот видите, нету ускорения у меня для этого дела. Это очень плохо. Ты сам-то он разведал вверх карту, там дальше? Очень-очень очень плохо. Минда. Пока еще нет. Ну, ты пойдешь туда, там увидишь. То есть там есть места. Тут просто, ну, Сандра. Здравствуйте. В ранней империи. Казбонус. А побережье я заселю Конду. Ты показывал мне. Может, мне так уже еще одного поселенца построить? А сколько будет стоить? Не против. Стоить. Тебе река мне побережье. 5 ходов. Надо строить, наверное. Потому что долго открывается. А потом 3 поселенца уже с этим. Нет, 2 поселенца с этим бонусом. Ну, не выглядит так, что мне тут что-то другое надо строить, понимаете? Да, проблема. Я и других игроков не могу найти. Но это впервые я играю на таком отдельном острове, вообще в 6-й циве. Интересно. Давайте, наверное, поселенца строить. Так, Шеффилд. Ну да. Что ему еще обрабатывать? Может купить рис? Производства в Шеффилде нету вообще пока. Наверное, этого я сюда вот попробую поставить. Ну так, чтобы плотничком были города. Да. Это очень интересно, очень интересно. Туда он не ходил. Старт. Что? Такого у меня еще не было. Разведом идешь тут. Давай я подумаю по поводу нашего поселения. Wine. Ты приятно будешь с ним что-то делать? Нет. Да, надо 3 ремы открыть и построить. Что думаешь, если я снесу пресло? Ты его себе сорять будешь или ты его просто сломаешь? Я просто хочу сломать. Просто у него не совсем удобное положение. И вот получается немного ближе к себе поставить город. Я не против. Как раз освободишь мне место на реке.
Вот просто тут есть табак, который вот мне понадобится. Ну, вот эту клетку еще не видно, может, она и соединена с общей пангеей, но от этого смысл не меняется. Вот это сосед Сандра. Он читает армию клетку. Ощущение полное, что я на острове я отдельно варвара. Сижу. Every nation lives by exchanging. Так, давайте все-таки поставим на строительство строителей, извините за тавтологию. Надо строителей сделать. О, несчастье пошло. Так. Город. Блин, а мне прачником надо его уничтожить. Чтобы ускорение для лучников было. Ну, блин. Конго объявил войну престолу. Торговый путь просит послать. Здесь как бы не будет скоро этой ГДшки, так что расслабься. Найти, наверное, строителя два хода. Она без, ну, потому что надо стоит, обработать счастье, табак, ну, да, потом можно еще железо пойти обработать. Все в тему будет. Сейчас вылечимся и пойдем смотреть, наконец, есть тут проход или нет. Так, лечимся. Наверное, пойду тут встану, чтобы, если что, мешать варварам эту клетку занимать. Так, тут железо добавилось, да, все правильно обрабатывается. Вообще, я могу начать табак обрабатывать, попробовать пантеон взять. Никогда не помешает, в принципе, 12 очков веры. Взять пантеон, например, на пастбище, да? Или на плантации. Три пастбища. Я только три пастбища вижу. А плантации раз, два. Три, четыре, четыре. Ладно, еще можно подумать. Ну, пансион никогда не помешает, в принципе, да? Можно вообще религию основать. У меня вот камень... Можно Стоунхендж попробовать поставить. А, нет. Если я вот тут ставлю город, то Стоунхендж... Хотя вот тут где-то, вот рядом с этим камнем можно Стоунхендж построить. А у меня такой вот вопрос. Если вдруг... закончить проект вырубкой леса, он засчитается? Ну, а почему он не засчитается? Ты же закончил проект. Конечно. Вырубка леса, блин, и космические детали строят. А это тоже проект. Так, все, несчастье ушло. Давайте достроим поселенца. Ради, ты ж не трогай этих моих красных друзей, окей? Да, хорошо. Он что, в тебя долбанулся? Да. Да, пускай так будет. Ну, начну на пантеон копить.
Триремы пока только в Манчестере могу. Ну давайте вот я закончу монумент, построю тут трирему. Sometimes the wheel turns slowly, but... Ой, сейчас будет атаковать моего чувачка. Ну, тут мне все-таки кажется, она соединена одной клеткой, но, блин, это все равно вообще никак не радует. Так, ставим на производство. Вот это я зря, конечно, менял. Так я строителей не построил ни одного. Хотя нет, одного я построил, кстати, нормально. Так, начинаем в Лондоне еще поселенцев строить. Блин, только я сюда подошел. Долбаные варвары. Ладно, будем стоять. Сандра, столица у тебя под Экбатана, да? Да. Ни одного города-государства нет. Ну, это трындец просто. Просто да. Трындец. Но мы дружим. Ну, кто-то генералы сделал. Все ради шедевра. Да, видите, уже военные лагеря трое человек построили. Один уже кампус построил. Ну и пока все. Манчестер, ну, я пока буду отступать, а здесь в оборону поставлю и скаута, и дуболома. Так, ускорили обработку железа, отлично. Слушайте, а давайте мы эту клетку Шеффилду отдадим. Вот так. Writing is easy. Скаута атакуют. О, неужели я убью его? Да, отлично. Ускорение для стрельбы из лука. Так, давайте в Манчестере триремку, точнее галеру. Ну, надо плавать, надо тут исследовать.
Так, пускай фокус будет на веру. То есть начнет эту клетку обрабатывать. Ну, один ход хотя бы пообрабатывает. Так. Мне вообще инженерное дело требуется. То есть древние стены надо построить. Плюс еще торговый путь надо построить. Да, я построю два поселенца, и, наверное, надо будет переключить на строительство. Я даже никого не встретил, вообще трындец, просто трындец. Надо на строительство рабочих и вообще кучу рабочих спанить, то есть как можно больше обработать клеток. Это единственный, мне кажется, выход тут. Тупо кучу рабочих строить. Так, давайте попробуем заберем наконец. Нет, я на острове просто. Просто на острове, все. О, я пантеончик сейчас приму. Так, можно уже тогда не обрабатывать. Хотя, все равно нормально. Ну, тут вообще производство. Ладно, давайте обрабатывать производство. Наверное, я тогда тут лучше шахту сделаю, а не... Хотя пастбище жилье дает плюс 0,5. О, я этот лагерь могу захватить. Все, отлично. Ну да, вот это хорошее место для города. Слушайте, может лучше вести сразу сюда город ставить, вот этот. Просто думал сюда сначала вести. Там похуже, а тут уникальный ресурс роскоши все-таки. Да, ну, блин, Пангея... На котором есть отдельный остров, на котором я сижу и играю. Класс. May the forces of evil become Давайте жилье. Все-таки жилье. Так, тут ставим. Этого тут еще одного поселенца надо. Ну и какой пантеон брать? Священные места нет, нет, нет. Плюс один удовольствие в городах, где священное место нет. Плюс 15 к производству чудес. На болотах вазис поймых рек. Веры от рудников, редких и бонусных ресурсов. Плюс 2 веры от каменоломен. Производство в рудниках на стратегических. У меня только одно железо. Так, пища от плантаций. Культуру все-все взяли. Табак. Вино. Ну, видите, тут нету плантации спайса, например. Бананов. Юнитом каждый уничтоженный. Границы расширяются. Сбор ресурсов. Ну... В общем, либо... Знаете, наверное, две веры от каменоломен возьму. Вот так.
Все вкусное уже разобрали, я смотрю. Ну, потому что у меня каменоломни будет раз, два, три. Шесть веры будет капать. В принципе, если кто-нибудь распространит веру, или у меня у самого будет вера, нормально. Если я тут еще Стоунхендж построю, в принципе, почему нет, если я тут один буду. It is equally important to have a happy and engaged workforce, as it is to have a profitable bottom line. Нет, пока не будем ничего менять. А, нет, я могу против варваров это убрать точно. Так, юнитам. Сколько тут трирема? Два хода. Ну, я могу поставить на трирему, чтобы быстрее, но два хода. Поэтому давайте содержание уменьшим. Так, поселенцы пускай будут. Так, два хода мистицизм. Давайте, наверное, его откроем, чтобы... Я сменю на производство рабочих. А, три хода. Следующим ходом надо начать будет мистицизм открывать. Ну что еще? Вообще, откуда ты такой побитый, друг? Два города осталось поставить. Жизнь. Жизнь. Ты встань, полечись. Поешь спайса. А если еще не будет проплыва через океан, так я вообще фиг знает, когда кого встречу. Повезло вам со спайсом. Да, вообще непонятно, что и как, и где у кого. Ну, по счету я, наверное, вообще последний. Нет? 62, 82, 46, 47. Ну, они уже много городов поставили. А у меня максимум... Ну, и галера, собственно, для этого и нужна, чтобы... Нашествие. Чтобы быстрее... Эй, может, я найду еще какой остров рядом, где поставить город. Ну, понятно, они и сагрились, наверное. Они еще на Мпенду сагрились. Знаете, я, наверное, политическую философию все-таки открою 4 хода, потому что я после поселенца хочу построить торговца. А за Буэнос Сагресом уже Тундра идет? Это что-то не похоже. As well as physically bigger than a man on foot. Так, а вот и галера. Ну ты куда плыть, смотреть? Поплыву вниз. Пойду засвечивать, чтобы не появились никакие какашки. А чё, Конго, ты недоволен чем-то? Мы уже честно поделились эту территорию, нет? А, Конго, Джоэл? Да не, все норм. Просто... Вот это нога вверх до Буэнос-Айреса еще идет и идет, там еще 2-3 города влепишь. Справа тоже у тебя пусто, Окленд и Антанавиру, там никого нет.
Ну, сверху, во-первых, беспонтово, во-вторых, я их защищать никак не смогу. Слишком уж вылетит империя выйдет. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.